У творчества нет границ и противопоказаний. Решили в Саратове и устроили фестиваль художественного творчества «Радуга». Во Дворце культуры в Заводском районе пели, танцевали и читали стихи дети с ограниченными возможностями здоровья. Подробности в нашем следующем материале. «Эта песня близка мне по духу», — говорит Сабрина Каримова про номер из репертуара певицы Натали. Свой диагноз ДЦП Сабрина расшифровывает как «добейся цели, победить». С таким посылом на фестиваль художественного творчества «Радуга» приехали около 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. А всего в Саратовской области проживает более 6 тысяч таких детей. Несмотря на физические ограничения, какие у нас есть, мы их преодолеваем и... Каждый выбирает, что он хочет. Я вот, например, не хочу 4 стены, пол, потолок. Я занимаюсь спортом. Я учусь в училище, интернат, где много друзей там имею. Проводить такой фестиваль, приуроченный к Международному дню инвалида, уже традиция, которой 7 лет. Сначала талантливых детей ищут в районах, а это финальный гала-концерт в Саратове. Самым активным родителям, воспитывающим детей-инвалидов, выручают подарки и грамоты от Министерства социального развития региона. А вот концерт на этот раз сделали смешанным. На одной сцене артисты, которые на здоровье не жалуются, и дети с особенностями развития. Это намеренно. Дело в том, что и наше общество, оно должно привыкать, что у нас рядом с нами находятся такие люди, потому что где-то и есть проблемы и в нас самих, да? И вот мы решили наших деток на нашей сцене, вот в этом таком творчестве, креативном, интересном мероприятии, свести вместе, чтобы они поняли, что мы все дружны, что мы живем все в одном месте. Одними песнями и танцами фестиваль «Радуга» не ограничился. В вестибюле Дворца культуры поделки и рисунки тех, кому и кисточку-то в руках держать сложно. Между тем, изделия декоративно-прикладного творчества и живопись саратовцев попадают и на всероссийские выставки. Они вот более творческие люди, они добрые, конечно, они более добрее, светлее, потому что они видят ту мелочи прекрасные в жизни, которые есть, они их ценят, потому что их не очень много у них, к сожалению. Естественно, что победителей у фестиваля «Радуга» нет. Подарки и аплодисменты получат все. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.